Как известно, ног занимает особое место в системе физической культуры и спорта. Среди важнейших направлений его работы – развитие олимпийского движения, тесном взаимодействии с госорганами и местными властями, координация деятельности республиканских федераций по видам спорта. К сожалению, в последнее время, если уж быть откровенным, ног несколько сбавил обороты. Если раньше в этом здании кипела жизнь, проводились резонансные мероприятия по олимпийскому образованию, поддержке детско-юношеского спорта, то сейчас этой работы почти не видно и не слышно. Повеяло неким холодком в отношениях с федерациями, это плохо. Важно, чтобы именно Национальный олимпийский комитет был центром притяжения для спортсменов, тренеров, наших прославленных чемпионов, подрастающего поколения. Это их дом тоже.